Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру зомби против растений, и у нас на очереди бонусная миссия под названием Festival Stars December 19. Это у меня уже вторая попытка, к сожалению, во время записи зависла игра. И пришлось заплатить 1000 монет. В тот раз у меня был прокачан Зенгарден и Орех, и проходить было немного легче. Но постараемся пройти без использования растений Зенгарден. Мы получили сейчас, помимо ореха, гриб с компании Dark Ages, потом горох, такой многослойный, и пока что все. К нам уже подтягиваются зомби первые. А по поводу, кстати, глюков, вчера мне написали в комментариях, не знаю ли я, что означает «осталось до следующего фестивуса 392 часа». На тот момент у меня не было никакой информации. Ну, подумал я про себя, что, наверное, это глюк локального характера. Вечером того же дня я прошел Йети и смотрю, что до миссии осталось 300 там с копейками часов. И понял, что это уже масштабное. На тот момент я думал, что это все-таки не глюк, а скорее всего миссии пинята будут эволюционировать и их будут как-то усовершенствовать. И будем ждать 3 недели. Но утром я увидел, что все-таки это действительно был глюк, и к этому моменту уже все поправили. Тем временем сейчас на нас движутся клоуны, мы получаем плент и также получили орех, который сейчас поставим на четвертую линию. Когда движутся клоуны, надо желательно выкапывать горох, потому что горох рикошетит от клоунов и летит обратно. Таким образом мы можем остаться без ореха. Поэтому на время присутствия на поле клоунов надо горох выкопать. На первой линии я смотрю, что клоун все-таки прогрыз орех и подошел очень к нам близко, но гриб все-таки его успел уничтожить. Сейчас у нас появляется зомби с ведрами на голове в такой вот подарочной обертке. Очень сильный противник, и если появится у нас горох, надо его снова садить, потому что один только гриб, ему будет очень тяжело с ним справиться, с данным противником. Снова получаем горох, ставим его на вторую линию, применяем плент для гриба на второй линии. Там мы остались без ореха, так же как и на третьей. И на нас сейчас движется большая волна. Появляются клоуны. На первой линии нам надо выкапывать срочно горох, потому что все, как я уже говорил, рикошетится обратно. Получаем рассаду. От гриба, собственно, уже рикошетить нечего. Он пускает такие, как пузыри, и клоун ничего сделать не может. Гриб с легкостью справляется с клоунами, но на нас сейчас надвигается зомби с компании Dark Ages, такой вот бронированных таких доспехах. Вот тут нам уже надо горох, потому что гриб так просто с ним не сможет справиться. Нам бы еще надо посадить что-то на первую линию, мы там садим горох пока. И вновь появляются клоуны. Выкопали мы сейчас на четвертой линии снова горох. И применяем плент на первую линию для гриба. Снова применяем плент для гриба на пятой линии. И у нас пока что преобладают клоуны на поле. Рыцарей мы уже убрали. И уже на нас движется финальная волна. На поле появляются быки
со всадниками, но тут уже бояться нам особо нечего, потому что есть газонокосилки. Суетиться особо не будем. А первую газонокосилку мы сами запускаем на третьей линии. Всадники уже быки выкинули. Одного всадника на первой линии мы убрали, на второй линии сработала газонокосилка. И пока все, остались только на поле быки, с ними надо разобраться. Ускоряем темп игры. Двоих убрали быков, остался один. Который умирать пока что никак не хочет. Мы там ставим еще гриб и наконец-то ликвидировали быка, после чего проходим эту миссию и будем скрывать подарки. В первом подарке у нас зимняя вьюга, во втором подарке деньги и в третьем алмазы. На этом будем прощаться, подписывайтесь, комментируйте, до новых встреч, пока!